Пожалуй, главный вопрос повестки дня – утверждение проекта бюджета на следующий год. Изучен он депутатами досконально, обсудили этот документ и на публичных слушаниях. Доходная часть бюджета составляет 1 миллиард 485 миллионов 288 тысяч рублей. Расходная часть составляет 1 миллиард 568 миллионов 978 тысяч рублей. И дефицит бюджета 83 миллиона 690 тысяч рублей. Более 60% бюджетных денег планируют потратить на социальную сферу. В частности, порядка 4,5 миллионов рублей заложено на реализацию комплекса мер по соцзащите отдельных категорий граждан. Как и бюджет, эту программу утвердили на внеочередном заседании. И еще один важный документ об организации и бюджетном ассигновании питания учащихся из малообеспеченных семей. На повестку дня вынесли и самую актуальную проблему – повышение тарифов на услуги ЖКХ. От городской власти поступило предложение. Обратиться к губернатору, председателю правительства Ульяновской области с предложением выйти с инициативой в правительство Российской Федерации и к депутатам Государственной Думы о приостановлении действия вот этих правил предоставления коммунальных услуг в связи с выявленными в ходе реализации недостатками. Инициативу депутаты поддержали. Заметим, это не последнее заседание в нынешнем году. Гордума соберется еще в конце декабря. Арина Макарова, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.